На фоне разрыва отношений с Византией, православная церковь на Руси пережила еще один разрыв, который тоже оказал достаточно большое влияние впоследствии на судьбы русской церкви. Произошел разрыв еще и с Малороссией. Сегодня, может быть, это какая-то особо актуальная тема, потому что вот непростые очень отношения между Россией и Украиной. Но как раз начинается все еще в те же самые времена, когда православная церковь отделяется от Византии. Я уже говорил, что был митрополит Исидор на Руси, которого арестовали, который сбежал, и который там потом на юге некоторое время оставался с очень неопределенным статусом и в конце концов умер. На Руси поставили своего собственного митрополита Иону, выбрав его самостоятельно и независимо от Византии. Но Константинополь не признал его настоящим митрополитом, так же, как и не признал самостоятельность русской церкви. И не признавая его митрополитом, он в конце концов назначил совсем другого митрополита для русской церкви, и некто Григорий Болгарин в 1458 году был назначен митрополитом киевским, Галицким и всея Руси. Естественно, что на всю Русь его власть не распространялась, и фактически он стал митрополитом на территории Великого княжества Литовского. В результате получилось, что два митрополита с титулами митрополиты всего всей Руси стали действовать: один в княжестве Литовском назначаемый Константинополем, ну и подчиняющийся Константинопольскому патриархату, и другой в Москве избираемый самостоятельно независимо Московской церковью. Понятно, что наличие таких двух митрополитов и наличие всей этой системы привело к некоторому расколу церкви, которая первоначально подчинялась целиком, ну, по крайней мере формально подчинялась целиком одному московскому митрополиту. И такая вот разделенность на две митрополии, она продолжалась в течение еще примерно 200 лет. Вообще очень непростые судьбы у Малоросской церкви, потому что Литва достаточно скоро была соединена с Речью Посполитой в результате так называемой Люблинской унии, а Речь Посполитая в основном была в те времена государством католическим. Таким образом, вот эта православная церковь на территории Литвы, на территории Малороссии, фактически оказалась на территории, которая подчинялась католическому правительству. И католики, обладающие властью на этой территории, в общем-то, не способствовали здесь развитию православия. Православные верующие, православная церковь на этой территории стала подвергаться достаточно серьезному давлению. Во-первых, это давление было политическое, потому что только католики могли, быть, могли иметь представительство в польском сейме, и в результате люди, принадлежащие к православной вере, не имели в этом органе власти своих представителей. Давление было экономическим. Потому что так уж получилось, что обладающий властью класс общества на этой территории естественно был католиками, а простые люди, которые в результате всяких политических перипетий оказались живущими на этой территории во многом православными, и поэтому обычное экономическое угнетение воспринималось еще и как угнетение религиозное и создавало какую-то остроту в отношениях. Конечно же, было и идеологическое влияние тоже, потому как католическая церковь всегда не против была бы того, чтобы к ней присоединились представители православной церкви и различными способами способствовала этому процессу. Причем способ, который был избран католиками, был достаточно умный, придуман способ, в общем-то, вдохновленный где-то и вот прежней ферраро Флорентийской унией. То есть присоединение к католикам не через переход людей в католическую церковь, а через создание так называемой униатской церкви. Что такое униатская церковь? Униатская церковь – это церковь, которая по внешнему своему обряду сохраняет служение православное, но по формальному статусу принадлежит католической церкви и подчиняется папе римскому. Достаточно удобная модель для перехода людей из православия в католичество, потому что люди, ну, привыкшие к определенному ритуалу, привыкшие к определенному обряду, им очень трудно начать жить совершенно по другому обряду и столкнуться с каким-то иным, непривычным, странным и чуждым богослужением. Однако, если человек ходил в церковь и участвовал в службе определенного образца, и потом вдруг, там где-то во время службы упоминается больше не патриарх Константинопольский, а Папа Римский, но ну, на эту какую-то где-то прозвучавшую фразу вовсе можно не обращать внимания и чувствовать себя точно так же. А, поэтому. Уния казалась достаточно неплохим вариантом для присоединения католической церкви, появляться стали многочисленные униатские церкви, и, кстати, униатские церкви в Малороссии, они существуют до сего дня, и хотя их не очень много, но играют определенную роль, и к ним сложное отношение со стороны православных до сих пор, потому что есть некоторое ощущение предательства, конечно же, здесь. И сначала это были просто отдельные какие-то униатские общины, но в 1596 году была заключена так называемая Брестская уния, когда епископы православной церкви на территории Речи Посполитой официально приняли решение о подчинении Риму. В, в результате ну, формально вроде бы вся православная церковь или практически вся православная церковь оказалась в римском подчинении, однако, как в свое время с Ферраро-Флорентийской унией, многие простые люди не поддержали этого перехода и не согласились быть частью католической церкви, тем более, я уже говорил о каком-то экономическом угнетении и так далее, была еще не только религиозная неприязнь к католикам, была еще и просто обычная социальная неприязнь к католикам, которые ну, в основном владели землей, имуществом, крестьянами и их угнетали. Но ситуация была очень непростая, потому что появились люди, появилась церковь, не имеющая епископов. Епископы ушли в Унию, но вроде бы, которая должна была быть православной. Однако здесь был найден выход э, достаточно любопытный. В это время, проезжая через Малороссию, константинопольский патриарх Иеремия II э, утвердил возможность так называемых православных братств. Православное братство ⁇ это объединение православных людей. Может быть, не такое неформализованное, но на основании общей веры, для защиты веры, для исповедания, для обучения, для обустройства православной жизни. Идея братства, кстати, оказалась такой чрезвычайно удачной и до сегодня, и не только в Малороссии, существуют различные православные братства. Правда, в настоящее время православные братства, частые организации достаточно такого экстремистского толка, много всяких, всякого шума и проблем создающих, но вот главные истоки православных братств это как раз вот попытка противостоять католичеству, окатоличиванию, которое было в Малороссии. Православные братства бурно развиваются, ну, нельзя сказать, что совсем нет священников, есть священники, есть епископы, и, может быть, самый талантливый из епископов того времени Петр Могила, который был епископом уже в XVI веке, и которому во многом удалось нормализовать церковную жизнь в Малороссии, даже несмотря на то, что формально Малороссия находилась в католическом подчинении. Ну, просто если говорить о людях, которые оказали большое влияние на этот процесс, с, говоря о светской власти, можно назвать князя Константина Острожского, который... Ну, будучи человеком высокопоставленным, много способствовал развитию православия, православных братств на этой территории. Кстати, занимался в том числе и книгой издательства. Иван Федоров, помните, такого первого русского книгоиздателя, издателя он как раз работал а, под покровительством Константина Острожского, была издана так называемая Острожская Библия а, при нем. Курбский, который конфликтовал с Анном Грозным, просто чтобы контекст немного был понятен, бежал и тоже находился под покровителем Константина Острожского. Так что какая-то жизнь, самостоятельная жизнь в Малороссии в конце концов организовалась. И потом Малоросская церковь, мы потом, чуть позже вернемся к этому вопросу, она сыграет большую роль в судьбах уже русской церкви. ТВ-семинари – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать Вы можете найти на сайте tv-семинари.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.